В Елабужском институте КФУ продолжается работа по подготовке детей из Луганской Народной Республики к единым государственным экзаменам. Помимо изучения школьной программы, ребята получают знания и в других сферах, которые могут пригодиться им в дальнейшем при поступлении в вузы. Так, в выходные дни будущие выпускники университетской школы проводят в учебных зданиях института, посещая занятия по физике, экономике, психологии, робототехнике. А сегодня, 12 апреля, лично ознакомиться с условиями обучения и проживания ребят из Лисичанска смогли их родители. О том, как организован их учебный процесс, быт и досуг, рассказали директор Елабужского института Елена Мирзон, а также их школьные кураторы. Мы приехали к своей дочери, которая учится в 11 классе. Мы прошли по школе. Школа очень красивая. Созданы все условия для получения образования и для сдачи ЕГЭ. Пообщались с учителями. Мы прошли по общежитию. Очень уютная, красивая, чистая. Мы знаем, что наших детей курируют. Им помогают во всем. Спасибо всем, кто принимает участие, кто помогает нашим детям. Огромное спасибо. Отметим, что прибытие ребят из Луганской Народной Республики на обучение в Елабугу было инициативой правительства Республики Татарстан. В связи с этим все вопросы, касающиеся условий пребывания детей в Елабуге, курируются как руководством района, так и кабинетом министров Татарстана. Так, например, 11 апреля школьники из Лисичанска познакомились с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой. В ходе беседы ребята рассказали гостям о своих успехах и трудностях, с которыми они сталкиваются в ходе обучения. Ну а для того, чтобы у ребят появилась дополнительная мотивация к успешной сдаче ЕГЭ, вице-премьер предложила организовать приезд родителей из Лисичанска в Елабугу, чтобы они смогли принять участие в торжественной церемонии вручения аттестатов. Давайте решим, а дальше вы нас проинформируете. Мы привезем сами, разместим сами. Буквально вчера приезжала зам премьер-министра Республики Татарстан, и мы узнали радостную новость, что нам, родителям, можно будет приехать на выпускной к нашим детям. Дети, я думаю, тоже будут очень рады. Видно, что ребята готовы учиться, видно, что нацелены на какое-то развитие свое собственное. Очень важно поддержать сейчас и сделать все правильно с педагогической точки зрения и помочь каждому из них определиться. Это наша большая работа взрослых. Будем двигаться вперед. Напомним, что 50 учащихся 11 классов из города Лисичанска прибыли в Елабугу в январе этого года для того, чтобы восполнить свои пробелы в изучении школьной программы и подготовиться к поступлению в вузы. На сегодняшний день ребята уже преодолели половину пути, и менее чем через 2 месяца им предстоит продемонстрировать полученные знания в рамках единого государственного экзамена. Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.